Корреспонденты, графические дизайнеры, монтажеры или операторы, независимо от возраста и направления, могут стать участником фестиваля «Мирный поет о мире». Журналистика – теперь новое направление конкурса. В апреле 2017-го столица Алмазного края в 18-й раз примет гостей конкурса. На этом фестивале 5 направлений. Хотим в них вдохнуть новую жизнь. Также у нас появилось новое направление – это журналистика. Я думаю, развитие этого направления поможет нам в работе фестиваля. И я думаю, что оно станет в дальнейшем одним из ключевых направлений работы фестиваля. «Мирный поет о мире» – это всегда яркое зрелище и новое открытие. Однако каждый праздник начинается со сложной, кропотливой организационной работы. В официальной обстановке все задействованные в подготовке стороны обсудили детали предстоящей феерии талантов. На данный момент в состав молодежной дирекции входят представители общественных организаций, представители молодых специалистов, также просто активисты, которые по городу нам помогают в проведении всяких мероприятий. Ну и у нас прошел недавно форум «Вилюй». Активисты, которые там изъявили желание поучаствовать в общественной жизни города и района, они тоже здесь присутствуют. Ну, в дирекции порядка больше 50 человек. Я думаю, что то финансирование, которое у нас есть в этот раз, позволит нам сделать фестиваль одним из лучших и записать в историю его как один из лучших. Сейчас утвержден общий бюджет, однако дирекция фестиваля активно сотрудничает с возможными спонсорами. Разослали и приглашение гостям. Они до последнего момента останутся главной интригой. Известно лишь количество – 12 человек. Объявлен конкурс на разработку логотипа. Молодежная дирекция объявила конкурс на создание логотипа 18-го фестиваля «Мирный поет о мире». Принять участие может каждый житель города Мирного, житель России, и получить приз 10 тысяч рублей. Заявки принимаются до 13 февраля в районный комитет молодежи. Ознакомиться с положением можно на официальном сайте администрации Мирнинского района и официальной группе фестиваля «Мирный поэт о мире» ВКонтакте. До старта молодежного проекта осталось чуть больше 3 месяца. В День Республики 27 апреля на центральной площади города «Мирный запоет о мире» на всех языках. Наталья Николаева, Елена Бруй, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».